тут появляется Primal Beast, с которым они уже выигрывали команду YBB. Primal Beast сразу ответ кулаком. Получается, два сапа взяли уже в первой стадии. Что ж, интересно, что вообще на коров возьмут команда парижан, как любят говорить. Тут непонятно еще, какой позиции Primal Beast. Возможно, хотя FY, я не помню, чтобы он играл на Primal Beast, если честно. Может, и Янг будет, но это маловероятно. Не знаю, можно и, в принципе, и тройку делать, почему нет, и можно и мид. Сейчас по банам поймем. Джаггернаут почему-то уходит в бан. Шира, по-моему, одну всего сыграл. Нет, сегодня у нас был кто-то другой, да? На Джаггере с Радиан. Мане был. Мане. И, по-моему... погоди, у нас еще в первой карте Джаггер был. Нет, это был вообще другой игровой день. Там Джаггернаут был от Outsiders from China, который собрал Фалькон и все. По-моему, больше айтемов у него. Это, кстати, мне кажется, единственный керри, у которого там больше одного артефакта, пока на DPC-сезоне не появлялось. Ладно, пока там баны второй стадии, вижу, тебе не особо интересно. Хочу задать вопрос, можно? Почему мне интересно? Ну ладно, вот, давай задай вопрос. В чате написали, что у тебя 400 ранг. Да, и что? Ты знаешь, что покупка аккаунтов запрещена? Ладно. Знаю. Смеюсь, Шейл, смеюсь. Я не знаю, А потом мне говорят, что я душный, понимаете? Вот я, вот как можно с этим человеком вообще... Все. Красава, Шейл. Ставлю лайк, так держать. ОД уходит в бан, Эмбер сразу ответный от Vici Gaming. Расслабились мы с тобой что-то. Да не, мне кажется, мы в форме. Да драфты они такие. Мне кажется, вообще вот в новых сезонах, когда вот патч только появляется и проходит там недели две, очень тяжело что-то понять. Это под конец. Под конец ты просто можешь уже, знаешь, под копирку просто говорить, что где появится. Там. Вот в прошлом, мне кажется, было все очевидно. Ты всю первую стадию мог знать. Тебя никто особо не удивлял из хороших команд. Ну, из интересного. Марси осталась в пуле пока что. Бист есть до сих пор. И биста могут украсть себе LGD, потому что они с ним любят играть. Прикольно, да, что ты можешь уже, ну, теоретически, если понадобится, и дровку какую-то взять. Ну, в общем, любого героя, который уязвима к бисту, потому что у тебя есть клок, который его остановит. Ну и, кстати, вот дровку, почему-то многие считают, что Primal Beast — это типа ее контрпик, хотя, по сути, у тебя есть гаст с покупкой БКБ, там есть какой-то клок, и не всегда до этой дровки удается добежать. Но интересно, что именно пикнут сейчас Vici Gaming. Им, по идее, нужен саппорт. Из таких интересных остается Рубик, конечно. Но мы с тобой уже, да, обсуждали, что вот когда берется один активный кор, хотелось бы к нему какого-то сапа, который выдаст там ДПС, доп-контроль. Мне кажется, ЦМ-ка — это немного не тот герой. ЦМ-ка просто венчу взята, чтобы крипа, наверное, морозить. Тут как бы одна линия закрыла инчу, другая линия закрыла клокер. Чей клокер закрыл этого прямо быстро. В итоге очень долго думали LGD над баном этого рискинга. Пока непонятен мне вообще в целом концепт. Странный бан. Может быть, они что-то знают. С ВК играли, Вичу, если что. У них там и Эрика, у него пул похожий на Кейвана немного. Потому что он в свое время играл и на ВК, у него, по-моему, там 25-30. И на тролле тоже в том числе, это лучший его героя. И что у нас будет открывающим героем? Ну, сапик нужен. Только милишный, желательно. Хотя милишный с Primal Beast'ом не пойдет, да? Ну вот да, в этом проблема. Феникса взяли. Ну, кстати, это круто, на самом деле. Мне вот очень нравится. Хороший пик. Не раздумывая. Ой-ой-ой. Ладно, Феникс уже не такой хороший. И если что, Primal Beast Урсу делает от слова до совсем ничего. Мы сегодня видели, да, как там Урсу забирает там Бэт плюс Дум. Это одно дело, и то все надо мега круто нажать. Здесь, ну... И яйцо ломается мгновенно. И, к слову, вот эти два сапа, да? То есть, по факту, там есть что? Пульверайз из контроля и колба. Все это дело контрится, мне кажется, штормом изи, потому что в ЦМ-ку ты взлетаешь, а пульверайз получить довольно сложно. Тут нужно отвечать на шторма, в моем понимании. На Урс еще хватит героев, мало очень керри в бане. Морф тоже ушел, кстати. Но линию нужно, получается, с ЦМ-кой делать. И с ЦМ-кой может потенциально... Парги? Ага. Ну это, вот... кстати, закрывашка пака. И, по идее, шторма тоже отчасти. Ну да, если силом он играет. Мы не часто это видим. Опять же, по шторма... Клок как раз что может играть. Вот ЦМ-ка...
твой спирит там выглядит, как будто они могут убить этого шторма до БКБ несколько раз, но не более того. Еще момент, что никто, опять же, White Spirit бы не забанил до 24-го, можно было сейчас спокойно брать керри в эту Урсу. Из героев потенциально, что Сларк был, да? Или Сларк в Урсу так себе. Сларк сценка, кстати, не сам плохой. Возможно, они хотят просто увидеть себе линию прям окончательно от клока, которого герои пикнут LGD. Бис до сих пор в пуле. Марси забанили наконец-то. Профет тоже в пуле, кстати. Слушай, профет есть. И странно, будто... кстати. Ну, он и на прошлой карте был, его, не, по-моему, не банили, не брали, из интересного. Если что, Бис тоже, я имею в виду Бисмастер. Он и там, и туда, и туда хорош. Войда убирают. Войд как будто это... что? А, да это просто бан для Урса, и все. Ну, в целом, да. Интересно, что это вообще от LGD сейчас в харду? Для Зила, потому что мы по факту от него трех разных героев видели. Может ли здесь, кстати, появиться Бисмастер? Мне кажется, да. Хороший нет. Герой в Войд Спирита. Останавливать Биста. Забанили они, ворот. А, Дарксир. О! Это, кстати, на линию с Клоком получается. Блин, классно, слушай. Но это закрывает, конечно... огромное количество гильщиков, которые потенциально хотят ставить в Урсу. Сларка уже не пикнешь, скорее всего, в ДСа. Ну, если только ты не очень плотный Сларк. Какой-то, я не знаю, с другой планеты, возможно. Это Клок ДС, забытая линия. ТБ тоже не возьмешь теперь. Может, ЦК какой-то? Ну, ЦК просто быстро убивает крипов, именно под щитами. Вроде не сильно страдает, не сказать, что прям там Волф Реплика как-то решает. Остальные коропа, типа там Траблейды и так далее, они уже здесь явно не появятся. Берут СФ, это, кстати, герой, с которым они тоже побеждали. Вот у них персонажи, с которыми они уже, так скажем, себе победу заработали, это как раз Primal Beast, Феникс и СФ. Из интересного, тоже вроде как сигна для Эрика. Довольно уверенно, они в прошлом матче взяли себе его во второй стадии. Так. Я вижу четвертую карту, четвертый и другой герой уже у Зила. Не может не радовать. В итоге Эрика идет с Янгом, это ЦМК и СФ, да. Ну, как будто, если... Клокверк пулит пачку, вторую, ее просто держит Дарксир, получает левел 3, Клокверк левел 2, под вакуум стягиваются герои в коги, и под два счета они умирают, что СФ, что ЦМК. Единственный момент, что если постоянно СФ будет давать дальний койл, как вот мы смотрели с тобой, по-моему, игру, или с адекватом это было, я уж даже честно не помню. Со мной. То есть постоянно СФ давал третий койл для того, чтобы в него не было шансов бежать героям. Но тут может как-то Клок через кусты... Короче, мне нравится линия Клок ДС. Мне кажется, в разы слабее, чем ЦМК СФ. Ну, так сказать, докажите мне обратное. Посмотрим сейчас, может, что-то китайцы придумают. Вот. Что поделать? Так, как ты ставишь? Может, думаю, не ЦМК? Но тогда вообще... ты ЦМ не ставишь в инчу. Вот в чем дело. И зачем она взята, вообще непонятно. Ну, может, это в линии просто. Я взял Феникса, я видел. А Янг взял на ЦМ. Ну как там, Феникс, в принципе, и СФ, я бы не сказал, что линия в разы хуже. Просто ЦМ-ка она может останавливать хотя бы. На тебя бежит Клок, ты там нажал условно колбу, и все, и нормально. И СФ живет. А Феникс не факт, что спасет, плюс у него долгие кулдауны. То есть Айон Шелл, они же работают на постоянной основе, у тебя по КД пушится линия, тебя там давят, а у тебя Fire Spirit с кулдауном там 34 секунды. Можно не давать... Нет, с первой Fire Spirit докажется 50. 50? 50, да, секунд. Шустро. А ты можешь же действительно поставить вторую пачку и не пушить ее щитами, просто, ну, просто поставить линию. После чего СФ подойдет ближе к твоему таверу, или пачки опять стакнутся, и ты уже вот на вот этом вот моменте, что ему далеко до тавера добегать, как-то сможешь разыграть, что ли. Вот. Ну, вот какой предикт у тебя? Я ставлю на PSG LGD. Ну, я тоже. Я думаю, что как-то так. Тут написали норм комментаторам говорить, что LGD перепикали, когда вначале мы говорили, что у Вича хороший старт. Это как будто, знаешь, ну, что-то из серии, вот человек начал вкусно готовить еду, прям очень вкусно, аппетитно, а потом засыпал ее там перцем жестко, и ты ее съесть уже не можешь. Вот. Кэфы, кстати, на эту карту также в пользу LGD. 1.48, 2.5 на Вичи Гейминг. Не забывайте про DPC. Это правокод, который позволит вам в приложении залутать удвоение первого депозита. Ну, кстати, матч-то по кэфам самый такой, знаешь, прям
переоцененный, я бы сказал. То есть в Вичи есть какая-то вера. До этого мы видели на андердогов там КФ и 5, и 6. Но пока себя не особо Вичи гейминг оправдывают. Nothing to say, поставил Remnant, Клок рядышком с ним. И отжимать руну, кстати, Вичи не пошли. По рунам будет 2-2 в таком случае. Ментально забирают все руны. Все герои были готовы. Вайосмайл, кстати, взял себе по какой-то причине кольцо на армор. Против кого он будет стоять в итоге? Против Primal Beast, и это Феникс, равно быть. Кстати, не поставили ценку. Как ты предвещал в Ничу почему-то, да. Ну, Нича можешь качать, в принципе, и без второго. МТС миди будто опять сейчас должен хорошо поставить. Хотя Сетсу, если что, стоял в прошлой игре вообще колоссально круто. В итоге не забирает пока ни одного клипа на Thing to Say. FY с кадреской сигнатурной или нет? Вопрос. Да, то... Не, у него там стики еще что-то. А, у него стики, вообще... тангусы, еще нет, какая-то стиков нет, история. Стиков нет. А, погоди, ты про FY точно. Mm-hmm. Ну там, да, должна быть хадресочка, по идее. Хотя нет, просто колечко на армор себе взял. Веточки, куча танга, понимает, что здесь придется хилиться. Ну, линия такая, знаешь, тут надо Фениксу прям филигранно защищать Primal Beast'а. Потому что Урса там, у него поверапы на втором левеле под прыжочек, да, он может поддавить вместе с крипом Enchantress. К слову о крипах, я так понимаю, смолки им забанили. Из интересного, Биг блочить FY не стал. Ему, по идее, не нужно, так как будет постоянно Primal Beast вместе под этого Феникса ушить линию, и можно попытаться что-то отвести. Этим Феникс и занимается, но не затаймил немного. Не вышло. Тем временем на топе, я так понимаю, пачки водить никто не стал. Просто линия стоит ровно, запушили под Айон Шелла. Да, и вот сейчас плавно только забралась под Т1. Экспуз, заранжа, пускай с деденайную, но получил. Ну вот, это попытка выпулки пачки. В итоге будет сколько тут? 6 крипов для LGD. Они могут вообще их не пушить, просто держать, и линия к ним в итоге вернется. Там еще идет 4 крипа, но вообще на самом деле надо распушивать это. Потому что иначе у вас сейчас будет... ну, у вас не будет шанса атаковать. Да-да-да-да-да. Нужно сейчас точно кидать щиты и пытаться как-то залутать все, что дают. 3 крипа всего Дарксира на данный момент, но к нему идет 10. Уже меньше, конечно. Будут ли как-то поддаивливать? Вообще можно дать колбу, разрядить просто пару койлов в... Дарксира, и все будет хорошо. Но клок идет на него, одного раза задонали, второго тоже. Бух, очень плохо сделал сейчас Planet, он... Короче, он зарягрил так крипов, что они решили Аптавер рейнджи пойти, а не за ним. Так, ну тут, кстати, Planet тут довольно неприятно, есть минус Альва, 6 тиков Эрик. Хороший вакуум. Ну да, он там выживал, на самом деле, ничего тут не представимое было, не та, 7 минут кулдаун на первом вакууме. Зилу точно нужно левел 3, после чего они начнут играть доту с Коком. Иначе вообще тут никак. Первый щит вообще не дамажит. Надо не, вот не воровать будет уже интереснее. На самом деле, нам вот Спирит на турнире от Бутбум показывали еще в старом патче. Но герои не поменялись особо, ну, как бы, чисто на линии. Там был Рики плюс Дарксир, и под Айон Шелл они действительно круто дайвили. Здесь Вортекс, Nothing to Say. Сетсу оставляет без регена, это здорово. Сейчас может еще и попретендовать на Денайдальника, но вторая пачка далековато. По этой причине решил отойти. Ну, Сетсу, знаешь, он такой лейнер, неплохой, в принципе. Но, с другой стороны, вот даже у Астра Арес, ну, то есть команда, которая сейчас особо ни на что не претендует, там White Album стоит тоже линии хорошо. Проблема в том, что вот такие мидера, знаешь, не хай-ранг, которые там не тир-1, они в основном теряются где-то в мидгейме, либо допускают критические ошибки потом, что мы сегодня с White Album в том числе замечали. Сейчас должно что-то произойти в топе. Либо Клок умрет, или Дарксир, либо СФ. Одно из двух. Может, конечно, Сэмка, но я думаю, в нее бежать нет смысла. Нил качается с пассивкой, нажимает трэмпл, замедляет Шира довольно сильно. У Шира есть стики, насакивает пассивку сама Урса. Дальше замедляет Primal Beast'а, у него есть, в принципе, манга. Ну, я не понимаю, а зачем с первым трэмпл вообще что-либо делать? Чтобы потерять лицо, видимо. Просто ты и так без ресов, у тебя идет от тебя четверная там пачка. Ладно, тройная почти. Так сейчас Урса апнет четвертый, будет оверпауэр, и ну все. Он просто нажмет второй спел, нажмет первый, прыгнет на тебя, и под любой там дизейбл, нюк инчи. Ну, Primal Beast не будет умирать, конечно, но он потеряет абсолютно все лицо. Поэтому линия там постепенно должна быть выиграна. Но между тем, если так посмотреть, у Дарахтира-то тоже дела обстоят не лучшим образом. 14 на 3 у него.
пока не получается эту линию ставить комфортно. Феникс выжигает много хп для Вая. Феникс такой, знаешь, ну, можно сказать, что контрпик Энчантрес на самом деле. Потому что Энча обычно хочет нажать светлячков, там долго хилиться и так далее. И с шестым она неуязвима к физическому урону, к тычкам с руки. А вот Fire Spirit, и там второго-третьего левела, он на тебя пару раз накинул, все, ты стоишь уже без регена. Кстати, тут же есть аура ЦМки, вот про что я вспомнил. Аркейн аура, кстати, это очень круто для Void Spirit. Ну, потому что по факту ты что там делаешь? Кстати, интересно, какой ботинок он выберет. Ты на Void Spirit же можешь и ПТ собрать, можешь сделать и фейзы. Можно в травала какие-то пойти. Да, ты знаешь, что я хочу сказать, что это вообще не тундра ни разу на топ-линии. Они бы там уже с одним кулаком и Дарксиром 10 килов бы сделали, в моем понимании. Нет вообще ни единого для меня объяснения пока. Они ждут пятый Дарксира уже 5 минут, хотя у ДС фулл экспа, у него стоит пачка по тарам. Конечно, все здорово, но в моем понимании можно, ну, прессинг оказывать 100%. Так, вот, наконец-то вроде там Дарксир начал что-то, я смотрю, ману нажимать, хп терять сам, и клок тоже. ДСФ в итоге 2500, у Дарксира там 2000 всего. Но мне кажется, тут такая линия, знаешь, которую тяжело поддавить. Возможно, и правильный выбор поставить ЦМ-ку на бот-линию, потому что, да, ты бы тут кушал крипа у Enchantress постоянно, но она либо без крипа бы качалась, либо водила бы его как-то аккуратно. А здесь ты останавливаешь просто. Но вот сейчас Nothing to Say можно подавить, на самом деле, Шторма дабл дэмэдж, и можно рискнуть даже залезть прямиком под Т1, а Эншел уже навесили, Сурш, скорее от НТС, а видит он Эрику. Можно прыгать смело, нажимать Vortex и ДД, но Шторм, не тратя ману, подходит вплотную. В итоге здесь, конечно, монопулом он очень круто воспользовался, а вот прилет Цетсу не даст убийства, скорее всего, не хватит дэмэджа под колбу, урона все же хватило. Зил, Айоншелл на себя, прогоняет мидера команды Вичи Гейминг, не хватило в этом моменте ракетки от колока, что ли, какой-то. Ниу тоже давит на боте, Шира, настакал на него много фьюри с вайпсом, Ниу вроде как уйдет, хотя там пару ударов. Зачем? Зачем Урсу филить? Если у вас ката есть, можно же потанчить пачку. Ладно. Не особо важно, конечно, тем не менее. Какой-то... Засейл итоге Урса, она обходит, там, чекает стаки в тройке, как я понимаю. Урса, который я имею в виду. Крип. С энчанта взят, да, крип. В итоге, Дарк... этот, Дарксир, говорю. Void Spirit остался в топе. Аркана, кстати, купил Сетсу. Нил, что левел поднял, всвалил тут же Урсу, за поливерайс. Жестко. Причем Инча была рядом, кто знает, возможно, если та самая Урса была бы на линии. Друзья, специально для вас, для зрителей, у нас есть крутые бонусы от BootBoom. Промокод ZPC вводите, удваивайте первый депозит. Я знаю, что вы любите ставки. Опять же, ну пока на Китае можно ставить только на фаворитов, по ощущениям. Действительно, они выигрывают. Сейчас нападение в Эрико. Есть Wall of Replica. Первым умирает SF. Дальше гнолаться планов, конечно, не будет. Но в целом все здорово. Получила Зил Экспу за этого Шадуфинда. Его, по сути, убили дважды. Сейчас SF реснется без ТП. При том, что в ближайшую минуту он и так не хочет. На рунах, по-моему, еще Феникс. Это, конечно, помогает. Проблемка. О, Planet застерил, кстати, фраг у НТС. Вот это вполне в моем духе, говорит НТС после этого. Надо было сказать это ключник, конечно. Не, ключник там какие-то другие фразы у него. Ладно, не суть важно. Хотелось бы отметить такой момент, что ДС с хорошим творцем. Хотя, ну так, в чем там, шестой, да, или пятый. 2800 у него, ну, могло 100% быть больше. Вот если бы это был бы 33-й, он бы тут такое бы совершил. Там все пачки бы вокруг его тавера 40 раз бы обошли нападение в плакал, очередной раз, Сетс стоит на этой линии, не уходит вообще. Пытается всячески помочь, но Дарксир не подставляется. И в итоге все принимают на себя ганги Клокверка, это хорошо для ДС-а. У него тут арканы, близится Chainmail, будет меха. Так, опять дальше нападение. Сетсу опять идет сюда, ДС пытается выйти, Янг его через 6-й левел. Янг умрет. Так, Янг, ты же умрешь, там будет вакуум просто. Хотя нет, пришел сюда еще и Сетсу, подвязали его жестко. Там маны мало, хватает на эти 7 лейт, но ты никуда не убежишь. Тут все сапы уже стянулись. Передайвал, конечно, Void Spirit. Ладно бы килл сделал, но даже Зил выжил. Теперь он хилится там от светлячков, Шира. Нашел Феникса, тот потратил Икарус Дайв.
Ну, видно, да, что вот Вичи линии-то постояли круто. Мид покачал Сетсу замечательно. Вроде как у Primal Beast'а все было хорошо, он засолил Урсу. У Исефа был фрифарм. Но потом вот эта стадия лейнинга потихонечку заканчивается. И по своим действиям индивидуальным, конечно, ну, LGD смотрится поинтереснее, поопытнее. Знаешь, что хочется сказать? То в Эспирит с арканами будто бы накилял в топе. Умер сейчас, и у него игра настолько сильно замедлится. У него еще какой-то билд непонятный, 2-2-2. Это такое... Не, ну Кай, это ладно еще. Но... А, 2-2-2? Он 2-2 вообще ремнант взял? Что это такое? Нет, там сейчас либо игра 4-0-4 обычно, так, Вайю Смайл получает колбу, дальний койл, средний, тут еще 5 сетсов. Они всю эту экспу делят на четверых, на одного, на одну эту инчу, что вообще так не нравится. Вышка не открыта в топе, Дарксир не собирается ее даже пушить, а вот Prime Beast с драмами вообще. Ниу какой-то вообще экспериментальный билд нам показывает. Он купил драмы и еще и Вендлесс себе еще сверху. Я видел похожий билд от четверки Primal Beast'а. Бокси играл из Liquid. Это ну была да, первая это игра. Ну, как бы да, но знаешь, в чем проблема? Ты, покупая эти драмы, сильно отдаляешь себе БКБ. БКБ, да, да. Вот да. Ой-ой-ой, Йоанг. Как молодой. Задотил. Да спел. Мне кажется, там, ну, этот, как он называется-то, наводчик контужен, разброс увеличен, только что у Клокверка был, и поэтому просто не попал. Танки переиграл. Причем-то там вроде вард стоит. И вард, кстати, в лесу у LGD, который не сняли. Друзья, чтобы вы снимали весь вижен, вообще были в фокусе, не забывайте покупать себе торнадо. Primal Beast летит на топ. Это может быть уже очень интересно. Клок готов восстанавливать. Вакуум нажали по Янгу, колба полетела, Нио выдвигается сюда, 9-й левел Primal Beast. Новый год кастует ЦМ-ка, но все немного не в попад, Клок уходит отсюда. Ну слушай, вообще все очень круто у LGD пока, просто стянули на ровном месте Primal Beast. Тавр в боте он так и не дожал. Вот скажи мне, в какой параллельной вселенной или вообще в какой из вселенных не открывается бот-вышка, и ты тапаешься на Primal Beast'е, когда ни одного героя не было в боте, по курсу только что подошел. У нас нападение на Сетсу, у него есть еще один степ на самом деле. Короче, почему ты тэпнулся на Праймале в топ, зная, что стоит Клоквер, который только что потратил хук, но он все равно стоит на линии. Он никуда не уходит, ты его видишь. Он там постоянно показывается с этой ЦМ-кой. И ты тэпаешь на Праймале вот в линию, где ты убить батарейку, ну никого не можешь. Вот, ну зачем? Чтобы что? Смок атака от команды Вичи Гейминг. Это, если что, можно не отвечать. Так, нападение ответное. Шторм залетел. Да, но там вроде стоп... как будет размен, должны Primal Beast'а убивать, хотя пульверайз раскастовали, был бы здесь Новый год, но есть колба, убирают два героя, по всей видимости, нет, план все-таки не удалил, рядышком Зил, можно пойти в ценку на самом деле, значит, что колба кулдаун, есть в принципе вакуум. Короче, там на ремнант под конец наступил Primal Beast, из-за этого умер, на самом деле, а мог тут выживать, очень хорошая игра оценки, еще мека есть Зила, кастует он. Прошу этот Аншел, потом героям еще вакуум дает. Да. Но это никак не помогает. Из плохого Клоквер хорошо ревильнул смог. Дал неплохой хукшот, но не хватило урона. Просто без щита, мне кажется, изначально был. И из-за этого Primal Beast просто взял и распополамил шторма, так и не дав размен. Странно, что White Spirit собирает себе Каю, начиная с рецепта. Ну, он робу взял рецепт, а не стафу. Я думаю, перед смертью закупился, делать. Когда он умирал, и поэтому так сделал. Может быть. Ну вот, и он потом будет делать юл. Ну, у такого билда есть плюсы, безусловно. У тебя мана вообще не кончается. То есть у тебя Кая, юл и так много мана регена дают, и ты купил себе аркан буцы. Вот в аркан буцах, честно, я не особо уверен, потому что, по идее, ПТ скелет тебя поинтереснее. Хукшот, попадают в White Spirit, а привязали его вортексом. Никуда мидер команды Вичи Гейминг не уходят, ну и, скорее всего, останутся здесь LGD, чтобы открывать топ. А чем занят Primal Beast, я, честно говоря, вообще в шоке. Никто не давит даже нижнюю линию от Вичи Гейминга. Только вот сейчас Феникс аккуратно подходит, и что? Он там просто птиц покидает. Миллион саков на тройке, если что, еще. Рэдиант. Их сейчас фармит Урса с бэфом. Не знаю, сколько он там Урса. 6700 у него, он вроде уже зафармил. Добивает 6800. Так, 3x и 4x, так и. Даже ульт потратил. Шира здесь. Вай, 5... знаешь, такой? Типа подхилить, на самом деле, экспу подлутать побольше. Ну, это нормальная практика. Очень хорошая игра в НТС, на самом деле. Топ-3 на творце у него в данный момент. СФ камбэкает. Вот, наконец, скорее всего, он откроет. Да, так и есть. Мом, судя по всему, да, мом СФ ультит, мом Даган Лэнс. И будет у него на кстати БКБ. 10-й левел, Койл F3 и пассивки замакшена одна и вторая на лицарного первого уровня.
Да, это стандартненький билд на СФа. Ничего новенького не придумывается, все в порядке. Но с другой стороны, чем больше шмоток у СФа, тем больше будет иллюзия дарксирована носить урона, правильно? Давать те же самые ауры, что СФ. Но СФа в этой игре не только БКБ, но и пика нужна, иначе клок тебя может остановить. Очень тяжело будет кастануть тот же Райквием, как-никак. Глиммер делает вайп, как-то полюбилась ему эта шмотка, да? В принципе, круто работает на Enchantress, она и так под светлячками хилится, а тут у тебя еще и маг-резист, вот этот инвиз неприятный. К слову, Феникс, да, 14 минут, за 15 минут ни разу пока не нажал ультимативную способность. Но вот, возможно, сейчас в миде попытаются эти спеллы реализовать, потому что на самом деле сейчас, ну, пиксилы. Void Spirit, да, у него плохо по нетворсу, но у него свои айтемы есть, и Сеф уже с Драгонлэнсом. То есть вы не должны ничего не бояться, понимая это, Вича просто ломают Т1 в миде. Да, на что будет даже не нажали. Их же глиф откатывался бы. Хотя, даже нет. Не откатывался. Да-да, они же забрали бы вышку. Да, в итоге за минуту забирают две вышки, СФ. Это очень хорошо для команды Вичи Гейминг. Можно так, планет 9 уровня, кстати, на клоке. Это очень большой левел для 15 минут, на самом деле, на саппорте. Я тебе так скажу, как говорится. Вот. Ну тут это... В принципе, описывается тем, так, что НТС не самая лучшая позиция, Primal Beast в спине. СФ кастует Реквием. В итоге НТС выходит. Почему-то отменил каст Эрика, непонятно по какой причине. На секунду от этого эфира бы дать, тогда бы Primal Beast сбежал. 1.26 на 3.6 у нас в итоге коэффициенты от Бэтбума. Все-таки верят в парижан больше намного. Почти в 3 раза больше КФ. Чей в 3 раза меньше, да. Так, тут итоге... добавить арма, там может Void Spirit умереть в топе тем временем. Его вроде тоже подловили на хукшот, на Thing to Say. Убегает на хосте, а Торна не догорит, а в топе... А, в топе Void Spirit тоже выжил. Там то ли хукшотом не попали, то ли что. Забавно было бы. Ну, вообще, и получилось так же. В двух мидеров напали, потратили спеллы, ультимейты не убили. Да, мне кажется, даже за хукшотом не умирает. Там нужен хукшот, вакуум, коги назад, и еще раз в кок его ударить, и то все равно не хватит урона. 1200 хп, под двумя щитами заранее, ну... Тяжело убить на клоке Дарксири без шторма этого выспирита. Как считаешь? Считаю, ты абсолютно прав. И считаю, что игра пока у LGD клеится довольно неплохо. Богатые саппорты с обеих сторон, между прочим. Часто, знаешь, какая-нибудь пятерка там, ну, фидонит постоянно. А тут будто бы такие сапы, то есть у Клока хорошая игра. Цемка хорошо постояла линию. Инча, Феникс — это просто неубиваемые герои, по большему счету. И они могут позволить себе, ну, по одному саппорт-айтему. У кого-то там Глиммер, у кого-то Форстаф. Я думаю, форсы должны как раз удар появляться в большом количестве. Против Клока Орса это мега важно. Действительно, кстати, вот я посмотрел чат, там меня поправили, там... Коллапс действительно вчера покупал драмы на Primal Beast, но в моем понимании это просто вкладывает БКБ, это часть одна, которую можно купить, и все равно. То есть ты покупаешь и драмы, и еще Windblaze, это три слота в инвентаре, у тебя сапог занимает, грубо говоря, драмами Windblaze. Не знаю, как будто еще стики можно купить, четвертый слот, да, и БКБ. Для меня просто странно это видеть, потому что БКБ Primal Beast, если ранее покупают, то 10 раз лучше, чем эти драмы. Поэтому я назвал это новый видео. Спасибо, ребят, что подметили. Молодцы. Внимательно зрители. Всегда хорошо. Вы не пройдете. Или как там эта фраза? Просто, знаешь, уже убежал. Но просто решил вжать еще Wolf реплику. Чисто на всякий. Стену поставил, пройти через него невозможно. НТС. Ах, астралом. Не зацепили его. Поблизости Enchantress готова сейвить. Вот бы не иметь Каю, да, а иметь Ю в такой игре на Void Spirit. Какая жалость. Ну вообще странно. Реально странно. Ведь Ю у тебя, ну как бы ты и подсейвиться же можешь им, правильно? И мне интересно и Урсу поднять. Вопрос, когда начнут сапы умирать от Дарксира Клокверка? Там уже два сапа горят жестко. Кстати, БКВ появляется на Урсе, и он сразу говорит, что шпит. Команда даже не тут. Шира и Феррик еще нажимает. На 14 уровне, неужели он так тяжело Рошан забирается даже? Боем решил потанчить. Ну, он уже без маски. Ну да, да. Скан залетел вроде. Ну, контестить не будут. Очень часто вообще первого Рошана на Урсе отдают фришно. Потому что Урса это тот герой, который вообще не теряет ресов в этом рушпите. Идти терять позиционку можно только если у тебя какой-то вижен изначально был расставлен. Но LGD приготовили грамотно почву. И эта эгида позволит сейчас Урсе добраться до блинка БКБ. Это будет его пик силы, где он сможет, ну, спокойно прыгнуть на СФ, а его убить. В дальнейшем башер, да, какой-то тоже смотрится вообще топ. Вот
Ты вот вообще видишь игру, как SF может это выиграть? Я... Чё-то нет. Янг... Алло. Алло, Янг, чёрт. Почему у него спирит начинает в шторма, а бежит Цемка сквозь пачку крипов? А ещё Кая Сэндж без Юла. Сказка. Ух. Ну вообще, будто бы шторму легче намного, чем Паку играть в Void Spirit. Потому что там, по сути, ты же можешь Astral Step нажать, да? Вот докоснуться кончиком, нажать Astral Spirit, и даже если Пак выйдет из шифта, он на этот спирит приземлится. У шторма не так, он кастует ульт довольно быстро. Там кастайм минимальный. Здесь еще и на шмотку, кстати, повезло. Мне кажется, что для шторма вот это колечко лучше даже, чем Фейри Стринкет. Да, Фейри Стринкет дает себе урон, но тут мана, которая также в этот демон выливается, хукшот. Поймали все-таки Void Spirit, пытается уйти на диссимилейте, но не туда немного уходит. Есть один степ, поймали его здесь, nothing to say. Мало довольно маны, но под Т2 уж точно он Сетсу уничтожит. Так Фейри Стринкет снижает манакос же на 5% еще. Поэтому... А, ну, кстати, да, ты прав. Это равнозначно этому кольцу, с учетом того, что ты еще, конечно, получаешь промодификейшн небольшой. Так. А куда Шира? Я медведь. Мне вообще пофиг на то, что тут происходит. Просто рядом там ЦМ-ка бегает, и он тут без тиммейтов. То есть, мне кажется... Ну, хотя с БКБ тебе бояться вообще нечего. Мне кажется, если в Шира прямо сейчас напасть, там, значит, вчетвером условно, то он пару героев съест перед тем, как дропнуться в таверну. Смог. Не зацепили Шира. Смог? Ну, ладно. Хотя Шира пошел дальше качаться. Ну, НТС без Аегиса, но у него БКБ появилось. Ракеткой всех просветили. Ну, здесь найти навряд ли кого-то получится. Если пойдут прям нападать, рискуют погибнуть. Там как раз-таки рядом ЦМ-ка. Ну, есть БКБ, в принципе, на Фингтосей бояться не должен. И видит он Primal Beast, понимает, что он, наверное, не по силам. Здесь масса дэмэджа нужна. Остается Новый год, яйцо ставится. Яйцо сейчас зарабьется. Правда, в радиусе не стоит Шира. Нет! Он улетает спокойно в БКБ. Поймали там двух сапов, уничтожили их в размен на ЦМ-ку. Ну, трейд отлично для Вича получился. Это... Правда, они отдали яйцо и Реквием Пульверайз. Я вот опять подушу и скажу, что НТС нападает в какой-то таргет, который они никогда в жизни не зафокусят. То есть, ну, его Урса не поддержала, хоть она и была в позиции. Урса прыгнул в правильный таргет Феникса. Короче, у Праймала есть БКБ, у Феникса, очевидно, ничего нет. И если ставится яйцо, то вы либо его бьете, либо выходите. А если яйца не будет, то и файт, в принципе, кого не будет в нашей гейме. В моем понимании, Шторм слишком сильно поторопился. У него какое-то шило в одном месте, и вот он... У него есть и Шира в команде, и Шила. Вот так вот. Вот такой панч. Возможно, вообще НТС стал играть же по-другому. Если смотреть, ну, так вот, если освежить память, да, их там... Гранд-финал там против Спирит тот же, как они на мейджере выступали. Nothing to Say всегда был таким немного выверенным мидером, знаешь, выжидающий нужный момент. Сейчас он прям мега стал агрессором, вот на шторме там на всех Спиритах он играет мега-мега активно, смог на смог. Вот это будет очень важная заруба, где у LGD неписанное преимущество. Во-первых, там нету яйца, во-вторых, Шира, я так понимаю, не тратил. Ну, вернее, откатился у него уже БКБ, и он готов файтиться. Клон просветил хукшотом, подцепил Primal Beast, нападает у него, но на сей раз Сурса урона хватает. Волф реплика. Сделали иллюзию с СФа, заставили Эрику отойти. Эмка, видимо, тоже нафидит. Конечно. Так, где-то он на шторме... Что там у Сетсу-то Юл появился из интересного? Хотя уже нет, Юл не особо роляет, потому что шторма БКБ, как бы. Ну, будто бы Void Spirit ничего не делает. Что... Юл все так же хорош вс Урсы, вс Суржей, но если бы он его рано бы сделал, а тут какой уже 23-й. Ну он, видишь, решил вообще Кайус Энж собрать как они потом. Наверное, уже надо. Ну, на самом деле, Аганим прикольно выглядит. Потому что, по факту, кто может сбрасывать Silence? Ну, Шторм БКБ, условно, там, грифсами... Траксир. Но сапов здесь за Silence, тем более, да, того же Клока. Объявляю 3 минуты защилки до Next Roshan'а, короче. Вот так. Даже больше. Мне кажется, нет. Ну, а Аегис кончился. Нету стенки. Хотя осталось БКБ, нет Башара на Урсе. С другой стороны, тут ДДшка на шторме, и у нее еще летит Кая. Все руны забирают, кстати, НТС. Да
первой карте ему тяжелее было, потому что у меня там последний он вышел маленьким. Напал на финтусы, привязал Сенсу, как же быстро отвалился мидер команды Вичи. Что за яйцо, видимо, под нападение правила Виста. Ему надо хватать кого-то в пульверайз, хотя бы НТС, а тот нажал БКБ. Нил просто отходит, яйцо... было активировано в никуда абсолютно. А вот смерти Сэпа — это уже просто нечто. Он тоже не успевает раскастовать свой Блэкинг Бар. Не уходит на Unslow. Гонится за ним Шира. Неужели это будут такие легкие минус 4 от LGD? Тут такой прикольный момент был, когда вот первые два килла сделали PSG LGD, увидели Сэпа на ракете Клокерка. И после этого просто Урса встала АФК, Шторм встала АФК и ждали хукшота. Вот они... Не знаю, они настолько... Вот этот кол, видимо, был, типа, не мешать их укнуть. И клок просто там доцелился, вот сейчас увидишь, смотри. После этих двух киллов, как позиционка Шторма и Урса, просто обрати внимание. Вот стоит яйцо, там что-то происходит, ну, там пытается убить Инчу, у него не особо выходит. И вот здесь, сейчас вот над краешком, вот, Шторм, Урса. Все, АФК встал, ждет хукшота. Ну, дождался, так и БДСФ еще едва. Почему-то матч с наибольшим, ну, с наилучшим кэфом на андердога стал самым очевидным. Но пока все легко, я, конечно, не хочу торопиться с выводами, но дело в том, ладно, что лейт однозначно за командой LGD, а они уже повели 10 тысяч. Давай, ой, нашли. Но против клока... Объясни, почему такое... объясни, почему это происходит. Что именно? Ну, почему карта с таким кэфом... Ну, типа, самое ожидаемое. Ну, вспомни, кто тренер команды LGD. Ответ на многие вопросы, если что. Ну, так, ты думаешь, запрашиваю. Чисто драфты решили, правильно? Конечно, да, драфты. Исключительно. Никнейм там. Я думаю, кто понял, тот понял. А что я тебе все свои приколы должен рассказывать? Ну, ждем какие-то матчи с ключевыми командами. Знаешь, там LGD Astro, вот это, наверное, самое жесткое, что я хочу посмотреть. LGD Extreme, мне кажется, тоже противостояние будет интереснее, но с Astro все-таки получше. А почти Аганимова Эксперита. На 1000 осталось, кукшот в крипа. Неудачно от Планета. Слушай, в Эксперите левел он такой же, как Клокверок. Совпадение? Не думаю. Там тэпаются, кстати, на бот, хотя тоже места поймают. Слушай, там, короче, походу Злоба со Смурфа сидит в чате нашей трансляции. Че пишет? Ну, Злоба все время говорит, парни, да Урса это же имба, и вот там человек капсом, его бот забанил, правда. Самый первый бан всегда должен быть Урса, это десятилетняя уже имба. Ну, конечно. Не, ну Урса, кстати, мне кажется, один из самых стабильных коров, на самом деле. Вот как-то, если у него все пошло окей, у него по таймингу появляются шмотки, очень высокая вероятность того, что он внесет кучу импакта. Такой стабильный, хороший кор, и Сэп пока себя реализовать как-то не может. И отстает он от Урсы на целых, сколько там получается, 5000. Это много. Хочет купить себе БФ, но мне кажется, Урса на опережение даже МКБ будет, не будет собирать. Пока ты до этого баттерфляя дойдешь, у вас уже может пасть одна сторона. И самое главное, Рошад, который реснется через ровно 0 секунд, он уже появился, в принципе, и готовы, я думаю, LGD пойти его забрать налегке. А второй Рошан — это что? Это эгида для Шира, у которого уже есть БКБ, плюс шард для Шира, и у него будет бесконечный анрейдж. У него там анрейдж суммарно, да, вместе с первым спеллом будет длиться там секунд 12 в драке, плюс БКБшка. Вот считай, он у тебя там 20 секунд абсолютно неуязвим. Согласен, конечно, я с высказыванием адекватов, чувак, что... Нельзя Китаю иметь 4 слота на мажоре, ну как-то несправедливо, считаю. И тут вот после таких игр ты волей-неволей, так сказать, эту мысль в голове держишь, и она не да... вот мне реально не дает покоя то, что у Китая 4 слота. Вот, ну не знаю, как это объяснить. Но это 100% изменится, я тебе так скажу. Я понимаю, что не по заслугам, и условно там в Европе... Ну, нельзя сравнивать сейчас Китай с Европой. Там лучше в Европе 5 слотов Ферика! Какой великолепный форстав! На пике уходит он, подцепили Шторман. Демеджа-то нет абсолютно никакого. Правильно, без туба уже на таком тайминге. Блин, там БКБ плюс что-то, плюс Каю Сэндж имеет. Тогда, да, прыгнуть в этого Шторма, нажать пульверайз, а у него барабаны. Ну и, я не знаю, мне кажется, очень плохая шмотка Алибарда на таком же тайминге.
Еще, мне кажется, какой-то аганим сделать, потому что дэмэджа может быть. Покоит БКБ Урси, а зачем? У тебя Игнис, бро? Что ты делаешь? Ну зачем? Он боялся, что не сможет нарать БКБ после. Мне кажется, знаешь, там как? Если он... Ну, короче, могут реквием потом затаймить просто. И там уже нет хукшота, чтобы как-то сбить. Представь, пересаешься на Урсе, там реквием. Ну, хук... ну, он не был в драке точно, он был в кулдауне. Ну ладно. Было и было, что пухтеть. Так, и что поймали. Скорее всего, она умирает. Там степ еще висит, да. Падение дуэли на Феникса записал. Вот один она умирает. Вот и реквием нашумевший. Нил берет Урсе в лучке. А Эрик тут долбит нормально. Если дэмэджа хватит по Урсе, будет... А что, если Ось затянули на ХГ и Сэп, зачем подходить-то? Иллюзия настреливает с лоу-граунда. Ну, минус 2 Вичи сделали. Выкупился, правда, Феникс, но это не страшно, у них все еще есть яйцо. Расходятся, как море корабли, эти команды. Но мы видим, что Урсу пробить такое. То есть у Сефа по сапам, там, по шторму, дэмэджа навалом. Но вот Урсу, там, в анрейджи условно, у него 2500 хп уже имеется, шард. Тяжело ему что-то сделать. Страшно, что... Стенка, кстати, так... без шарда. Так, ой-ой-ой, а тот обессал еще будет. Вот так вот быстренько стирает два кора мидера команды Ичи Гейминг. И НТС дальше полетит. Небольшие кибасы, мне кажется, про лаги, не за меня. НТС вообще не дает даже шанса, чтобы мы сбили этот реген. Просто очень круто играет на шторме, честно. Дальше полетел на этом регене, отпушивает бот еще. Китайский сервер, да, у тебя тоже или я это один чувствую? Ты имеешь в виду по лагам каким-то? Ну да, и звук, и... Ну, у меня вроде нет, кстати. Вот ракетка в тайминг вроде бы полетела. Может быть, просто с интернет-соединением проблема. Урса Светлинг, к слову. Он и так молниеносно стирает героев. Сейчас дэмэджа у него станет еще больше. Надежда на... Ну, я не знаю, на то, что выбить Гиду, реально нажмете реквием там с БКБ, и хукшот в этом моменте будет в кулдауне. Тогда какие-то варианты есть. Но это Ишира должен совершить ошибку. Будут ли ставить вард на ХГ? Наверное, нет, у тебя есть клок, ты так можешь просвечить. О, это легендарная вот эта вот SF Shadow Blade, который на хайграунде взорвет Урсу и выбит ей Aegis, и PSG уже где-то идут после этого. Будет такое? Вот ставку сразу я это делаю в чате. Нет, не будет. Я проспойлерил немножко вам. Аганим появляется на Dark Seal, 19 ТО, там на 20 плюс 50 урона к шилду будет. Герои будут просто как плавленный сорок уходить. Смог. Единственный, кто не смог, это НТС. Похоже, что... А, нет, не увидели. Это был союзный клик от Инчи. А в чем план? Под НТС забастить у него нет Эгиса. Возможно, у него сейчас прыгнут. На центре он стоит. Пока непонятно, потому что на нем висит и щит, и аура грибсов. Возможно, Зил кого-то хочет. Ну, Даггера. Чего хоть? Шира ревильнулся. В итоге прилетел. Вот. Ну, героев залетели так-то. Весеф успел нажать инвиз. Но убили Цемку, ей придется нажать бай, скорее всего. Ведь медведь уже ломает вашу Т3 вышку. Ну, глиф можно нажать, да. Глиф обновится после потери Т3. Правда, глиф мега странный. Мне казалось, что сейчас бэкдор уже должен активироваться, а потом можно будет нажать на пачку грибов. Но решили вжать сразу. Урс заходит второй волной, прыгает свифблинк, зацепили Нио. Тот успел нажать БКБ, схватил Урсу. И на самом деле медведь один раз умрет. Скорее всего, колба висит на нем. Какой же живучий этот Урса, ты посмотри. Еще вэнфавор нажимает, сломать яйцо все-таки получается. Урса резается и седабр реквием какой-то. Но Эрику остановили, реквием кастуется поздно. Все нажали БКБ, минус Shadow Fiend, два героя без бая у команды Vici Gaming, а у LGD все целые и готовые ломать Т3. Good game. Да, Thanks. Ну, тут уже, наверное, было без вариантов. Если я Астер, Ари сегодня немного пожурил, да, за то, что они Good Game написали, ну, слишком рано. Здесь понятно, что 25к на 30.